Цена на биткоин кэш выросла почти в 3 раза, достигнув нового рекордного максимума 871 доллар. Как сообщает CryptoCoins News, цена биткоина пошла вниз в субботу, упав до 3966 долларов на Bitfinex, в то время как цена на биткоин кэш достигла наивысшей цены с момента ее появления на рынке. Снижение биткоина напрямую связано с быстрым ростом биткоин кэш. Рыночная капитализация биткоин кэш на данный момент составляет почти 12 миллиардов долларов, а капитализация биткоина снизилась до 67 миллиардов долларов. Такой рост вызван несколькими факторами. Во-первых, резкий рост торговых объемов биткоин кэш на корейских биржах. Другая причина заключается в том, что в настоящее время майнинг биткоин кэш на 66% более выгоден, и этот показатель будет расти. А также это потенциальная опасность нового хардфорка биткоина.